Сегодня в библиотеке на проспекте 60 лет октября очень оживленно. Здесь собралось множество читателей, как взрослых, так и совсем маленьких. Поводом для встречи стал единый по Московской области день открытых дверей читален. Сотрудники постарались и подготовили для гостей насыщенную развлекательную программу. Пройдет очень много интересных мероприятий, квест будет для ребят, знакомство с различными выставками, интерактивные программы. Будет очень интересная программа сегодня, в течение дня. Собравшимся рассказали о том, как зародилась письменность и когда появились первые книги. Вместо слов и букв шумеры использовали рисунки. Шумерское письмо называется клинопись, от слова «клиновидный». Нужно ли напоминать о том, что мир литературы является поистине захватывающим и важным для каждого человека? Стоит лишь один раз взять в руки интересную книгу, и ты уже не сможешь от нее оторваться. Юные читатели, пришедшие на праздничное мероприятие, рассказали, какие у них любимые писатели и почему они считают важным для себя ходить в библиотеку. Шерлок Холмс. Любимая книга. Почему именно Шерлок Холмс? Мне нравится жанр детектива, и я люблю вот это вот расследование и все в этом духе. Когда человек читает книги, он получает какие-то определенные жизненные навыки, узнает новые знания, опять же, развивает свою речь. Для детей организаторы подготовили занимательные конкурсы и викторины. Ну и сами читатели постарались удивить друг друга, выступив с творческими номерами. Кто-то читал стихотворения, кто-то пел и танцевал. Жил-добыл серый волк, выл-добыл серый волк, дни и ночи напролет. Сам он думал, что поет. Сотрудники библиотеки признаются, им приятно видеть, как молодое поколение проявляет искренний интерес к чтению. Ведь хорошая книга – это верный друг, помощник и учитель. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.